Так, ребят, всем привет! Вы на канале Рисунки от Егорки. Я хочу сегодня вам показать все свои рисунки, набранные вот за мой новый альбом. Вот, смотрите. Первый мой рисунок – это красное жало из игры «Растения против зомби 2». Вот, стреляет колючками, разворачивается, крутится, как цветущий бумеранг. Ну, многие знают, кто играет в эту игру. Крутится, вот так раскручивается и стреляет колючками. Вот. На розу очень похоже. Вот. А дальше васаби кнут. Уже в названии понятно, то, что это у него принцип кнута. Вон. В анимации удара на зомби, вот тоже из игры «Растения против зомби 2», он им раскручивается и как пищ, вот, и бьет им. Вот. Ну, в целом персонаж крутой, я на нем не играл, конечно, он донатный, то есть платный, то есть его купить надо, ну, в общем, вот такое. Но в целом персонаж выглядит очень круто. Так, дальше. Ледовая капуста или салат айсберг. Называйте как хотите. Но официальное название это салат айсберг. Когда зомби, любой зомби, ну, тоже из игры «Растения против зомби 2», конечно, естественно. Я буду говорить, если персонажи из другой игры. Неважно, какой зомби, ну, на локации Египет, по крайней мере, Древний Египет. Он притрагивается к нему, и он пшик, и замораживает. Вот. Он одноразовый, но при супере он замораживает все вокруг. Ну, всех зомби. Вот. Дальше. Магическая лоза. Нашел ее из интернета, поэтому, мне кажется, даже ее в игре и нету. Но не знаю. Даже если есть, вот, ну, такая вот красивая тоже. Наверное, она там как-нибудь электротоком каким-нибудь бьется. Вот, ну, не знаю. Дальше, вот. Это, как я называл в одном из своих видео, посмотрите потом. Называется «Красивая мангл», я ее так назвал, потому что, ну, срисовал ее так красиво. Вон. Она на самом деле просто мангл из FNAF World, вроде, да. Вот, очень красивая, с эндоскелетом тут. Лапа, все такое, вот. Ладно, вот так. Дальше идет Glamrock Mangle из FNAF 9 Security Breach. В игру ее не добавили, но сделали всякие конспекты игроки. И я подловил момент, сделал скриншот. Вот. И срисовал. Дальше. Вот этого вот гриба, я не знаю название. Из игры «Растения против зомби» первая часть. Но вот у него, вот как он называется, не понимаю. Вот, можете под видеоролика, не под этого, а под любое другое, где комментарии разрешены, можете написать мне его название. Например, вот видео то-то-то-то, персонаж фиолетовый такой вот, ну, этот гриб, называется то-то-то-то. Вот. Дальше. Это тоже не знаю. А, Аки. То есть какая-то авиа что-то там, капультированная установка. Вот так вот. Вот. Стреляет бомбами. Ну, если мне не изменяет память, конечно. Но чем-то она стреляет. Очень крутой персонаж. Вот. Дальше. Это из Friday Night Funkin, из мода про челлендж Эда. Ну, Эд челлендж. Я вот срисовал самого Эда. Вот. Это его момент, из, когда нажимаешь на стрелку, он в такую позу встает. Вот. Очень красивый. Дальше. Это тоже не знаю название, напишите под любым другим роликом, где комменты разрешены. Как зовут этот лист кленовый? Я не понимаю. Помогите. Ну ладно, все.
Так, дальше. Это картошка. Вот. Такая мина, картошка мина, вот. Из растения против зомби первая часть или вторая. Ну, первая, вторая, вот так. А вот вторая. Вон. Нужно время на подзарядку. Ну, не в смысле то, что она многоразовая, она одноразовая. Но ей нужно время, чтобы всадиться. Ну, мы ее посадили и ждем, пока она прорастет вот так вот. И потом она уже готова к использованию. Вот. Дальше. Из растения против зомби 2, вторая часть. Отравленный или зараженный горохострел. Вот, такой очень красивый. Вот у него жижа какая-то. Вот, жижа. В целом красивый. Вот. Он стреляет ядом. Ну, не ядом, вот этой вот жижей. Вот. И отравляет зомби. Супер его. Ну, я его так называю, когда вот удобрение. Он выплескивает изо рта вот этого своего, из дула, кучу всякой слизи такой же вот субстанции. Вон. И зомби, которые там пошли, они отравятся также и будет наноситься постепенно урон. Вот. Дальше. Вентилятор. Опять забыл его название. Вон. Напишите тоже в комментах под каким-нибудь видео. Вот. Очень красивый. Очень крутой, наверное. Я его не тестировал. Вон, дальше. Вишни. Или как там? Взрывные вишни, я их назову. Вон. Очень крутой персонаж. Потому что... Ну, из растения против зомби, вторая часть. Потому что... Объясняю, почему. Потому что они взрывают 3 на 3 клетки вроде, или, ну да, 3 на 3 клетки, или 3 на 2 клетки, вот. Вот. Очень крутой персонаж, одноразовый, но он 150 солнышек стоит, ну, я про первую часть говорю. Вот. И перезарядка такая средняя, средняя. Дальше. Поганка. Очень связана хорошо. Ну, из растения против зомби 2, конечно. На зубастика очень сходится. Вот. Потому что... Ну, то есть на чомпера. Потому что... Почему? Она как жаба. Ну, похожа на жабу. Она открывает язык длинный. Как чик-чик. Чик. И враг зомби. Вот. И затаскивает в рот. Жует, 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 и потом заново готова к использованию. Дальше. Ой, 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 ой. Так, дальше. Оп, это вы еще. Так, дальше у нас, тоже не знаю его название, не помню. Это редиска такая, на краба похожа. Вот. И вот рисунок, который я примерно минут 10 назад срисовал, это яблоко пульта, или яблочная катапульта, или ябло катапульта. В общем, можете называть как хотите. Вот, очень красивый персонаж. Вот, ладно. Ну, вот такой вот обзор получился. Все, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Все, пока!